Виарму. Полагаю, ты хочешь похлопотать о праздновании сожжения короля Олафа. Вы правы, Ярл. Я хочу представить всем песнь о короле Олафе из Эдды. Только сегодня ее обнаружили в гробнице Барда. Да, ты говорил, что сможешь убедить нас в целесообразности проведения празднеств, но я не ожидала, что найдется утраченная песня о короле Олафе. У тебя дело при дворе? Великолепно! Это просто неоценимая услуга! Получи свою награду! Если будут вопросы, возвращайся ко мне. Двери Синего дворца всегда открыты. Уважай закон, и у тебя не будет проблем в Драконьем мосте. Смотри, не взлетайся, он тут главный. Прошу, со всеми вопросами обращайся к управителю, Фолку Огнебороду. Я управитель Ярла. Если при дворе у тебя есть какие-то дела, если бы мне от тебя было что-то нужно, я бы сказала. Ничего. Я занята. И я не люблю, когда меня отвлекают, если мне от тебя ничего не нужно. Ой, не смотри на меня так. Ладно, думаю, найдется у меня для тебя черная работа. Может, хоть приставать не будешь. У нас тут проблемы с вампирами. Начали находить обескровленные тела. Я знаю неподалеку их логово. Хорошо бы его зачистить. Не думаю, что даже такая задача тебе по силам. Если будут вопросы, возвращайся ко мне. Двери Синего дворца всегда открыты. Я была при дворе со времен правления отца Торуга. На эту должность меня назначил Торуг. Мне нравится думать, что годы надо мной не властны. Сейчас я гораздо мудрее, чем раньше. И знаю, когда говорить... А когда лучше помолчать? Вампиры — хитрые охотники. Наверняка хитрее тебя. У тебя дело при дворе? Ярла, не стоит беспокоить насущными придворными делами. Уважай эти закон, заботы он и у поручил тебя не мне. Будет проблем в драконе. Милости прошу ко двору в Солитюде.
Клянусь, из той пещеры так и струится невиданная магия. Странные шумы и странные огни. Нужно послать кого-нибудь туда. Тогда мы немедленно вышлем отряд солдат прочесать пещеру. Безопасность людей Хаффингара превыше всего. Ваша светлость, мой хрустальный шар ничего там не показывает. Драконий мост под имперским контролем. Похоже, ерунда. Некоторые шороха шарахаются. Эй, ты! Возможно, все же следует отреагировать не так резко. А, конечно, ты прав. Фолк, скажи капитану Альдису, что я велела послать на Драконий мост еще несколько солдат. Спасибо, ярл Элис. А что с пещерой? Я пошлю кого-нибудь в пещеру, Варни. Не беспокойся, можешь идти. Я добился того, чего хотел. Лучше пойду я обратно в Драконий мост. Я сделал все, что мог. Усилил стражу на Драконьем мосту. А с пещерой пусть разбирается Фолк Огневорот. Я лучше пойду. Я добился того, чего хотел. Лучше пойду я обратно в Драконий мост. У тебя дело Ярла, ты имеешь в виду проблему с Драконьим мостом? Не буду врать. Я собирался просто спустить это дело на тормозах. Варни иногда собственной тени пугается. Поговаривают, что рядом с пещерой Волчий череп происходят странные вещи. Исчезают путники, светятся какие-то подозрительные огоньки. Я думаю, это дикие звери или, возможно, бандиты. Вряд ли с ними стоит возиться, особенно в военное время, но если тебе захочется очистить пещеру, не сомневайся, я заплачу тебе за труды. С этой пещерой связана нехорошая история. Давным-давно там проводила свои некроманские ритуалы сама Патема, королева-волчица. Отсюда и название. Это было уже лет 500 назад. И теперь там ничего особого и нет. Но все истово верят, что пещера проклята. Если будут вопросы, возвращайся ко мне. Двери Синего дворца всегда открыты. Что тебе нужно, ящерица? Yeah.
Королева-волчица, услышь наш зов и пробудись. Мы призываем Потему. Мы призываем Потему.